Это самый вход в дом. Или, как при строительстве больших высотных домов говорят, входная группа с отметкой такой-то, такой-то. Вот, здесь вот вы видите снятие грунта мы производили на глубину где-то сантиметров 20-200 миллиметров. Потом провели гидроизоляцию этого участка в два слоя битумным материалом, после чего будет производиться подсыпка 100 миллиметров с трамбовкой вначале щебня, потом песка. Ну, все стандартно, как обычно. Сейчас объектив видеокамеры направлен на место, где проходит магистральный водопровод. И вот таким образом мы решили его обойти при строительстве, при устройстве отмостки вокруг дома. Вот мы делаем, значит, арматурный каркас. Этот каркас, чтобы он мертво стоял, приваривается к петлям. Вот. Не знаю, как будет видно. Вот в этих местах, двух местах. Вот он приваривается, и потом здесь, значит, происходит увеличение, усиление арматурного каркаса за счет арматуры пластиковой. Как она? Углепластик называется, по-моему. Ну и вот потом будет обшиваться досками и заливаться. Вот это начало. Вот один из таких вариантов возможных. Еще не до конца все это сделано, вот в начале в самом. Ну а там вот дальше продолжается устройство отмостки. Здравствуйте! Подводим итоги по изготовлению отмостки. Ну, отмостка уже завершена, как видите, сейчас вот посмотрим, обойдем вокруг домика. Значит, ну, начнем с простых итогов. Значит, что необходимо было для изготовления отмостки? На отмостку ушло, значит, цемента 23 мешка, пескогравийной смеси 1 КАМАЗ, значит, гравия 1 КАМАЗ и песка где-то в районе 1,5 КАМАЗа. Вот такой, значит, материал. Сколько ушло арматуры, извините, не посчитали. Ну, где-то в районе 6 рулонов вот этих витков, 6 рулонов где-то, может, чуть побольше. Ну, вот получилось оно следующим образом. Вот видите, местность у нас неровная, неровная. Вот здесь получилось крылья. В одну сторону крыло, в другую сторону крыло. Ну, можно проверять уровнем, но сейчас можем проверить водой. Вот льем воду, видите, вот вода уходит. Вода уходит, она сюда вниз уходит, если сюда попадает, значит, она будет сюда, от домика уходить, в эту сторону уходить, вода не задерживается. Значит, здесь с уклоном мы угадали хорошо. Нормальный уклон получился. Значит, в ходе работы мы столкнулись с такой проблемой. У нас тут был колодец. Строители, когда ставили, углубили очень сильно для того, чтобы, значит, поставить здесь бетон, отмостку поставить, необходимо было, значит, сделать вот такой квадрат. Как мы его делали? Значит, первоначально, значит, с арматурой, значит, сварили каркас потом, значит, усилили, значит, арматурой, завязали. Когда варили каркас, здесь такие вставочки поставили, как раз по 10 сантиметров приварили, один, два, ну там сверху, снизу, со всех сторон. И когда уже изготавливали щиты, вот здесь вот уже не снятый щит еще видно, вот щиты изготавливали, просто поставили шпильки. Шпильки взяли, купили самые дешевые, пятерочка, дешевле и достаточно. Вот просверлили, значит, шпильки, стянули, значит, щиты. И делали заливку. С этой стороны, значит, на шпильках поставили, с этой стороны просто саморезами, значит, к этим щитам, которые на шпильке. Все получилось хорошо. Здесь это, значит, маленько посохнет, значит, и будем снимать. Ну, сейчас обойдем вокруг домика, посмотрим, все. Здесь мы воду уже испытывали, на этом без воды то испытывали, везде будет нормально стоять. Начинали. Здесь получилась беда. Была хорошая ясная погода.
Значит, на ночь не накрыли, пошел дождь, немножко здесь выбоины, песочек, немножко дамага. Ну так в целом нормально. Идем сюда дальше. Идем дальше. Объемы большие были, как я говорил, вышел из строя подшипник на бетономешалке. Значит, уже сходили, приобрели другой. Значит, сегодня вечером соберем для новой работы. Идем дальше. Здесь уже вышли, здесь уже более-менее нормально, хорошо. Как вы видите, значит, здесь видны участки, как участки заливали, вот участки видны небольшими такими участками. Все, сейчас приступим, значит, уже непосредственно к фундаменту, будем облагораживать фундамент. Что для этого будем делать, расскажем в следующем фильме. До свидания, до новых встреч, встречаемся на фундаменте.